Областное управление Федеральной миграционной службы обнародовало данные о жителях региона, которые имеют двойное гражданство. Таковых в губернии 680. При этом 126 ярославцев имеют вид на жительство в другом государстве. География двойного гражданства достаточно широка и включает в себя 39 стран. В частности, 89 ярославцев одновременно с российским паспортом располагают документом об израильском гражданстве. 31 человек являются подданными британской короны, 45 и 24, соответственно, граждане США и Франции.